16 августа администрацией Десногорска был утвержден списочный состав молодежного совета. В него вошли 12 человек – это школьники, студенты, трудящаяся молодежь и активисты молодежных общественных объединений города. Курировать работу совета будет заместитель главы города по социальным вопросам Александр Новиков. 5 сентября на первом заседании избрали руководящий состав. Путем голосования председателем молодежного совета была избрана Анна Королева, заместитель директора городского центра досуга. Также на заседании были выслушаны предложения членов молодежного совета по организации деятельности и планированию своей работы. Следующее заседание состоится 20 сентября.